10 июля в нашем городе состоялось открытие первого объекта, созданного в рамках корпоративной социальной программы Мединвеста «Город нашими руками». В поселке имени Ватутина дружелюбно распахнул свои двери для маленьких енакиевцев клуб «Островок». Здесь детвора получат возможность развивать свои способности и общаться друг с другом. Ну, здравствуйте, уважаемые жители города Енакиево, поселка Ватутина, детвора. Сегодня важное событие, мы так надеемся, в жизни. То, что сейчас произойдет, вам озвучит финансовый директор ПАО ЕМЗ, депутат областного совета Мишин Антон Александрович. Здравствуйте, дорогие енакиевцы. Добрый день, маленькие енакиевцы. Сегодня у нас знаменательный день. Мы открываем первый объект социальной программы компании Мединвест «Город нашими руками». Напомню, что это уникальная программа реализации мечтаний и пожеланий самих горожан. Программа направлена на то, чтобы сделать наш город комфортнее и уютнее. И очень символично, что первым объектом будет открытие детского центра «Островок», который станет надежным причалом для детей незащищенной категории. Я уверен, что на этом островке надежды маленькие енакиевцы смогут развивать свои способности, общаться друг с другом и в конце концов выбрать свой правильный жизненный путь. Спасибо за внимание. Спасибо, Антон Александрович. Ну, предоставляется заместителю городского головы Евгению Юрьевичу Азюменко. Уважаемые енакиевцы, мне очень приятно, что инициатива городского совета совместно с молодежной общественной организацией, совместно с металлургическим заводом была поддержана всеми жителями города Енакиево. Следует отметить, что данная комната после реконструкции, после проведения реконструкции, снова сегодня примет в свои объятия тех наших маленьких жителей, наше подрастающее поколение, детей, цветы нашей жизни, и сможет дать им возможность реализовать их все творческие планы, которые у них есть. Следует отметить, что исполнительные комитеты и особенно городской голова Сергей Жоржевич Рухадзе поддерживают всегда молодежные инициативы, и в дальнейшем мы планируем, что это первое начало той большой программы, которую мы сможем реализовать совместно с молодежными общественными организациями. Спасибо. Спасибо, Евгений Ильич. Ну и сегодня нашим героем дня представитель общественной организации «Здоровый и свободный образ жизни» Татьяне Зиновьевой. Добрый день, дорогие друзья. Я хотела бы сказать несколько слов по поводу детского клуба «Островок». Это была такая идея создать клуб для, в первую очередь, для детей, которые не защищены социальной, группа социального риска, детей, которые остались без родительской опеки. И так жаль очень, у нас много детей, которые учатся при школах, и немногие знают о этих детях. И вот хотелось бы помочь этим детям реализовать себя, чтобы они нашли, как говорится, свою стезю, поменяли уличный образ жизни, находились больше с другими детьми, общались, находили себе друзей, развивали свои творческие способности. Очень, среди этих детей очень много талантливых детей, которые пишут стихи, занимаются спортом. И вот очень хочется дать все, чтобы они почувствовали себя таким же членами нашего общества и чтобы они стали полноправными членами клуба «Островок». Спасибо. Идею о создании детского объединения, где ребята из групп социального риска будут чувствовать себя востребованными, смогут разносторонне развиваться и расширить круг общения, еще несколько лет назад высказали члены городской общественной организации «Здоровый и свободный образ жизни 21 век». Возможность оплатить задуманное в жизнь появилась, когда разработанный общественной организацией проект стал одним из победителей программы «Город нашими руками». Местная власть из городского жилого фонда выделила пустующую квартиру, а Мединвест предоставил средства, на которые общественники своими силами сделали капитальный ремонт и благоустроили помещение. Гости и участники праздника своими глазами увидели уютный игровой зал и комнату для занятий, в которой с начала нового учебного года начнут работать различные кружки. Как тебя зовут? Карина. Карина? Сколько тебе лет? 12. Тебе здесь нравится? Да. А что больше всего нравится? Не знаю, все. Там крохот нам листей. Своим
рисую в пустоте свои мечты детские.